Привет, зритель. Сейчас тебя ждет обзор заказа с Озон. У меня тут было на этой неделе вообще 3 заказа. Один не совсем не, но на мой аккаунт. Один я обозревала и засунула это в технические обзоры, но в другой плейлист. А это уже вот чисто в плейлист Озона. Я решила, что так. Сначала думала 2 отдельных ролика, потом, ну, думаю, а что это как-то? Пусть будет так. В общем, бумажка. Я помню, что был коммент на... Мяк все-таки один был. На пошуршать этой бумажкой я ее отложу. У меня где-то еще лежит несколько таких бумажек. И как-нибудь пошуршу. Может быть, даже уже на микрофон, который как бы уже обозревался. Я заказывала штатив, вообще монопод и трипод к нему. Но так как сейчас на Озоне минимальный заказ 999 рублей, ну, короче говоря, 1000. А у меня что-то первый заказ, ну, один заказ был на почти, ну, 2 с чем-то тысячи, да? Потом другой заказ был тоже на 1000 с чем-то, который я не обозревала, потому что он на мой аккаунт, но не для меня. И вот этот я как-то даже не обращала внимания, что там какие-то напряги будут, что вот надо побольше, чем... на, ну, в общем, около 1000, чтобы оно было, и думала долго, что же мне надо, чем бы таким добить заказ, чтобы у меня нормально все вышло, он сформировался, и заказала себе зубную пасту. Так как моя зубная паста корейская, я уже 2 таких корейских зубных пасты, ну, та одна и та же фирма была, тут несколько иная, но тоже корейская зубная паста, заканчивается, ну, там где-то на месяц хвостика, может, хватит, то я решила, что надо бы купить новую. Она внезапно уже вскрытая, хотя я ее еще и не вскрывала. Я ее пыталась как бы, ну, потрясла немножко на базе выдачи, там можно открывать, вскрывать. Короче, вот у нас прополис, натурал, зубная паста. Такие тут зубки, такие тут пчелки с сотами, с воском. Тут 200 грамм и... Ой, пардон, тут 180 грамм. Она стоила 203, что ли, или 200 рублей. Как-то так. Короче, у меня обычно попадали зубные пасты. Там 125 грамм, было 130 грамм, как-то так. И они стоили обычно 100 с чем-то. Ну, там 120-130. Тут я подумала, что она как бы чуть побольше тюбик, чем обычный. Соответственно, хватит его чуть на дольше. Но и зубные корейские пасты не настолько экономичные. Я в этих у своих уходах там на какой-нибудь месяц говорила в пустых баночках. Наверняка вот... с ноготь мне надо буквально совсем чуть-чуть, и все полноценно очистится. И мне понравилось, что там очень хороший состав был. Та зубная паста, которая у меня сейчас, она как бы была вне наличия, поэтому я просто посмотрела то, где был бы вменяемый состав. Состав осажденный карбонат кальция. Я не знаю, может, это над мозги какие-то переводили, но тут так написано. Кислый фосфат кальция, экстракт прополиса, ксилитол, хитозан, термальная вода. Ну, на сайте там как бы термальная вода была в самом начале, в описании. Тут вот так на упаковочке 180 грамм. Дата указана на упаковке. 36 месяцев с даты изготовления. Сделана он у нас внезапно 21 августа прошлого года. Ну уж, как получилось. Еще есть вполне себе срок. Зубная паста Ханил с прополисом, маточное молочко. Ну, вообще, прополис и маточное молочко – это несколько разные вещи. Ну, на сайте называлось прополисом и маточным молочком. Natural BQ. Вот экстракт прополиса тут есть. Может быть, у маточного молочка какое-то иное название такое, помимо маточного молочка. И оно тут тоже есть. Сделано в Корее. В общем, вот. Да, но я начала зубную пасту, хотя вообще думала ее на потом оставить. Но вы же, наверное, не в курсе, что я могла думать. Вот коробочка такая. Внезапно неплотно закрытая была. Ну, может быть, пока тут тряслась у меня еще, когда я принесла. Вообще, я ездила туда на велике. Все 3 раза на этой неделе на базу выдачи я ездила на велике. Один раз только без дождя было, а тут попало вообще конкретно так. Когда шел дождь, когда заканчивался, когда ливень такой конкретный. Ну, вроде весело, с другой стороны, я промокла практически насквозь. Ну, и вот несколько часов сидела, грелась с чаем, так, с котлетками куриными, свиными и говяжьими. Ну, там и те, и другие были, с кашкой такой в горшочке. И кот у меня немножко поносил эту коробочку. Так что вполне возможно, что открылась из-за этого. Потому что на базе она как бы была полноценно закрыта, когда я открывала. Вот прополис. Я ее сейчас скрывать пока не буду, потому что у меня как бы та еще жива.
Я даже думала, может быть, от той немножко, или ту взять оставшуюся там после мая в деревню. Вот летом-то, я надеюсь, все-таки я поеду в деревню у нас. Я думаю, все-таки тепло будет. Нам вообще вроде как обещали очень супер жаркое лето. Но на наших синоптиках, особенно то, что по Яндексу погода идет, это вообще феерическое. Я сижу иногда на кухне, что-то печатаю или там работаю просто, или даже кушаю или есть готовлю, и так это... Такое солнышко или просто тупо ветер за окном, а на Яндексе написано «Ближайшие 2 часа дождь не прекратится». Я думаю, в каком месте он у вас идет, фееристы хреновые. Короче, вот, сейчас вот у нас дождь идет. Зубная паста, я ее обратно в коробочку уберу. Внутри коробочки ничего нету, но иногда на стенках какая-нибудь инфа бывает, просто коробочка. Натурал зубная паста. Может, она как-то тут называется. Я, честно, вот фирму не помню. Но если вы какие-нибудь зубные пасты корейские покупали, может быть, вот такую видели. Мне просто они вот понравились и по составу, и как они пенятся, и как они с моими частично молочными зубами живут. И то, что они дофига экономичные. Тут у нас, я так подозреваю, что это триподик. Momax Selfie Series. Трипод для съемки... Тише, не надо трогать эту коробочку пока еще. Трипод для съемки фото и видео. Трипод Momax. Производитель Momax, China, Importer Union DV. Вот. Я по отзывам там выбирала, смотрела, читала. Где что как, вот тут у нас заклеено. Но я тут где-то ножичек брала с собой специально. Сейчас мы его вскроем. Возможно, я его вскрываю с нижнего полушария мозга, но тут как бы непонятно, где низ, где верх. Особо-то. А нет, иногда понятно. Ну, тут наклейка даже какая-то. Вот он, такой приличненький. Просто я как бы хотела, ну, думаю, второй штатив, он все-таки, ну, несколько так, это геморно, вот рядом их ставить все равно бы так близко, наверное, не получилось. Чисто какой-то монопод, но у меня есть животное, которое очень поможет этому моноподу стать лежачим вместо стоячего. А тут как бы вот, полноценно вот такого вот, чтобы вместе было и разбиралось, и собиралось, я не видела. Но можно было как бы найти... Две штуки, которые... Вот сюда, допустим, можно поставить камеру, там, фотик, еще что-то, да. Вот у меня есть специальная держалка на телефон, с которого я иногда на кухне стримлю, или там даже на улице как-то пару раз было. И при желании сюда можно даже поставить какую-нибудь поставочку. Вот если его там на столе где-нибудь держать, да, ну, не на полу. На поставочку присобачить тот же микрофон, или там экшн-камеру, которая у меня тоже есть. Меня даже, я забыла совершенно, но на вебке, которая логитеховская, с которой я стримлю обычно, и вот тут АСМР вчера писала стримом, там тоже есть дырочка как раз, вот, чтобы поставить, если что, на штатив. В общем, вот, он даже длиннее, чем я ожидала. Действительно, такой конкретно массивный, хорошо сделанный. Я хотела еще такой вот как бы витой, который можно прикрепить, на что-нибудь зацепить. Но я почитала отзывы, там что дорогой, что дешевый, одно и то же могло сломаться еще до того, как вы начнете им пользоваться. Тут хорошие ножки такие шершавенькие. То бишь оно может встать вполне себе. Он что-то или 200 был с чем-то, или 200 с чем-то. Как-то так. Баллов у меня в этот раз не было. Озоновских спасибо, у меня там что-то рублей 10 шули валялось. Ну и вот этот у нас внезапно просто в пакетике, без коробочки даже. Хотя я думала, что там все-таки какая-то коробочка будет. Это у нас наименование товара Monopod. Ну и просто вот эти палки моноподные, там... Ну, не у всех была такая попка, на которую можно ровно поставить, и знаете, что она не отвалится. Именно вот та, которая и так постоит, и если сюда присобачить, то еще лучше будет. Он как бы рассчитан и на камеру
фотик и на экшен камеру. Вот тут такая более вот так плотная летая штучка. Держалка для экшен камеры у меня вот как раз есть похожие. Можно сюда еще добавить. И платформа с такой же вот похожей держалкой уже будет для экшен камеры. Ну, тут что-то такое, гаечка, не знаю, для чего она вообще, наверное, чтобы прикручивать, закручивать, и покрутил, перевернул, закрутил и держи. Это даже вот чисто, если палка, этот, кто у нас тут вообще, монопод, да, сделана тоже в Китае, и вот эта дырочка, я, конечно, рисковала, что, может, она не подойдет, ну, иногда как бы пишут, что один в один, но сейчас протестим. Подошло. Правда, эта веревочка будет, наверное, меня напрягать слегка. Я ее, наверное, уберу. Потому что меня-то она, может, и не будет напрягать. Но у меня тут есть одно животное, которому до всего есть дело. Ну, пока пусть она так будет тут. И в общей сложности она вроде где-то на 90 сантиметров. Это палка. Я еще с сантиметром смотрела, как у меня вот по... снизу доверху мой штатив обычно бывает, если я, допустим, буду сидеть и рисовать и поставлю этот микрофон, чтобы писать СМР, то, в принципе, рядом вот так вот по длине им хватит. Тут даже еще одно отделение. Вот оно. Удачно так стоит. Сейчас я тут откручу эту, чтобы она ровно была. И даже попробую сейчас присобачить. Где он у меня тут? Вчера подруге показывала, его как раз доставала. Микрофончик. Ой, эта штучка упала. А то я штучку уберу. У меня вообще коробочка еще сохранилась от экшн-камеры. Она нашпигована как раз этими прибамбасами, установками. Я думаю, как-нибудь... Сейчас стал дождик. А как-нибудь дождя на свой велик прицепить. Может, по городу как-нибудь проехаться именно с этой экшн-камерой. Уже на другом велике. Тише. Я, конечно, понимаю, что тебе охота поиграть, но тут как бы все это стоит свалять сюда вообще. Коту... как бы пофиг, дым, что тут делает хозяин. Я даже не буду сам микрофон сейчас доставать. Просто попробую вот отсюда прикрутить. О, я поняла суть вот этой... крутилки, не надо самой крутить вот за эту штучку, допустим, да. Просто покрутил за эту гаечку, и оно как бы встало на место. Вот, вполне себе все нормально. Оно немножко пружинит, эти ножки, вот, которые я там подсоединила. Но мне удобно. Именно так, как я представляла себе это все. Оно довольно туго в друга входит, и также, ну, приличненько надо силы применить, чтобы, допустим, достать, вот так покрутить. Но я считаю, что это хорошо, иначе бы оно вообще было так вот, не держалось. Ну и при желании можно вот так вот сделать. Но это если вы, допустим, будете там сами себя селфить. Были палки, конечно, вот с этой, даже просто моноподы высокие, где вот клавиша, но мне эта клавиша как бы не нужна, на микрофоне я ее никуда нажимать не буду. То мне веревочка эта придавилась. Но веревочку я соединю. Там, может, она, конечно, удобна как-то там вот, если вы сами себя селфите, но мне она тут вообще с микрофоном, ну, ни к чему. Так что вот такую вещь я себе приобрела.
в двух частях, ну и в довесок эту зубную пасту. Всем спасибо за просмотр, всем пока!